Неудивительно, что Александр Ильин практически пропал из радаров, ведь он предпочел заниматься в большой мере музыкой. Но одно актер остается стабильным. Это личная жизнь, которую он разделяет с девушкой по имени Юля. Фильмография Александра Ильина, прославившаяся своей ролью в комедийном телесериале «Интерны», не так уж и велика. В какой-то момент в своей жизни актер пришел к решению вплотную заняться музыкальной карьерой и периодически продолжаться сниматься в кино. При этом он сменил и имидж. С девушкой по имени Юля киношный Лобанов познакомился очень давно. Так сложилось, что дачные участки их родителей расположены рядом, и благодаря чему познакомились молодые люди. И известно, что Юлия моложе своего именитого избранника на 6 лет, а в июле 2020 года ей исполнился 31 год. По данным российских источников, жена актера работает пиар-менеджером, а ранее профессионально занималась чирлидингом, в прошлом чемпионкой Европы и мира. В начале весны 2018 года в молодой семье родился мальчик, которому дали имя Александр, что совершенно неудивительно, поскольку это традиция династии Ильиных. Позже Александр Александрович создал собственный аккаунт, где начал постепенно делиться моментами не только творческой карьеры, но и личной жизни. В социальных сетях есть и его супруга Юлия, которая также с удовольствием, но не так активно, как муж, показывает подписчикам, чем живет и занимается в свободное от работы время.